только у меня, наверное, съемка видео может начаться тогда, когда меня кто-то укусил за лицо. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик, на канал о красоте в уходе за собой и еще немножко больше. Меня зовут Ирина, очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня хочу с вами поделиться своими новинками, своими покупками, которые я совершила сравнительно недавно, но уже кое-что попробовала, уже практически все попробовала, и сегодня буду не только вам показывать, что я приобрела, но и поделюсь уже небольшим мнением, что это за продукты и какое у меня они. Уже небольшое мнение сложилось. Ну что, поехали смотреть, что я приобрела. И если вам интересно такого рода видео, конечно же, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая и поехали смотреть. Заказ я делала на сайте belloris.ru, и знаете, я хочу вам сказать то, что сейчас это просто мой фаворит из интернет-магазинов, моя палочка-выручалочка, потому что на сайте интернет-магазине belloris.ru проходят регулярные скидки, какие-то разные акции, очень приятные цены, бывают такие акции, когда 60% скидка, и ты пройти не можешь мимо. В общем, девочки, если вы ищете какие-то интересные, вкусные вещи в уходе за собой, я вам настоятельно рекомендую заглянуть на сайт интернет-магазин belloris.ru, потому что у них есть как бюджетная декоративная косметика, так и подороже. Есть, конечно же, профессиональная косметика в уходе за волосами, также натуральная косметика, еще у них есть корейская косметика. И сегодня я хочу с вами поговорить о корейской косметике, которую я себе там заказала. Первое, с чего хочу начать обзор своих покупок, первое, что я уже попробовала, на что есть обзор в моем инстаграм misskik9970. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить свежие посты. Это японская сыворотка для снятия макияжа от бренда Biore. Практически каждый ее попробовал, но вот дошла и моя очередь с ней познакомиться. Что могу сказать? Данная сыворотка действительно очень хорошо растворяет макияж с вашего лица. Она снимает стойкие помады, стойкий тональный крем. Она снимает макияж с глаз, она не пересушивает кожу, не щиплет ничего, нет никакого раздражения, нет никакой аллергической реакции. Но меня смущает то, что здесь абсолютно химический состав, и в своем присутствии в составе имеется минеральное масло. Минеральное масло, оно мне совершенно не нравится, и оно у меня на лице вызывает подкожники. Но слава богу, после использования данной сыворотки у меня не было никаких подкожников, и скажу больше, после ее использования я всегда продолжаю свой уход, очищение, и вам настоятельно рекомендую, если вы хотите приобрести себе такую сыворотку, после ее использования продолжайте свой уход, свои этапы очищения после нее. Я просто использую гель для умывания, и все отлично, все хорошо. Хотя производитель данной сыворотки говорит то, что после ее использования можно вообще больше ничем не пользоваться, но я этого не могу себе позволить. Очень удобная помпа-дозатор, могу вам сказать, прям дико-дико удобная. Выглядит данная сыворотка в такой пластиковой тубе в объеме 230 мл. Цена на нее оказалась на сайте belloris.ru тоже очень приятной. Это самая приятная цена, которую я встретила вообще в интернет-магазинах на данную сыворотку. Так что, если вы еще не пробовали данную сыворотку, конечно же, обратитесь на сайт belloris.ru, у них там сейчас опять же проходят разные акции и скидки, то я думаю, вы останетесь довольны. Одушка, кстати, у этой сыворотки очень-очень приятная, она хорошо смывается с лица, не оставляет никакой пленки. Приятная сыворотка, которая удобна и легко пользоваться. Следующее, что я уже тоже попробовала, что я себе приобрела, это была так называемая маска. Очищающая глиняная маска от бренда Миша. Это корейский производитель косметики. Сам производитель заявляет то, что это глиняная маска с целебной грязью Ротороа, обладает исключительным воздействием на кожу, способствует выведению скопившихся токсинов и шлаков, деликатно матирует кожу, при этом не пересушивая ее, и сужает поры, разглаживает рельеф кожи, улучшает цвет лица, ускоряет процесс естественного рассасывания постакне. Ее нужно наносить на 3 минуты, а потом смывать. Я думала, это обычная глиняная маска, которой можно пользоваться. На самом деле, это оказалась не обычная глиняная маска, это оказалась глиняная маска, которая потом превращается в пенку для лица.
Да, но не в такую пенку с сильной-сильной шапкой пены, а вот с легкой пенкой, которая после использования, после этой маски не нужно пользоваться пенкой для умывания. То есть вы ее нанесли, умылись и все. То есть дальше вы используете свой дальнейший уход. Маска идет запломбированная, она белого цвета, имеет приятную одушку, легко распределяется по лицу, быстренько, кстати, она достаточно быстро высыхает, и это не очень, кстати, приятно. Но при всем при этом она действительно очень хорошо сужает поры, она очень хорошо матирует, я вам хочу сказать, мне даже оказалось этого матирования очень-очень сильно много. Мне, в общем, понравилось первое впечатление после использования данной масочки, мне понравилось, она идет в разных объемах, она идет в тубе, есть в шабе. Я выбрала себе в тубе, потому что мне кажется, так намного удобнее. Срок годности после вскрытия 12 месяцев. И когда вы наносите данную маску, она немножечко даже освежает. И цена, кстати, на нее была очень приемлемая. Я ее взяла с хорошей скидкой. Следующее, что я себе взяла, это была масочка от полюбившегося мне уже бренда, с которым я познакомилась тоже сравнительно недавно. Это масочка от бренда Елизавека. В этот раз я решила себе взять маску коллагеновую, и, по-моему, эта маска идет у нас просто, да, маска коллагеновое желе, омолаживает, восстанавливает, придает упругость, эластичность, стимулирует синтез коллагена, эластина, интенсивно увлажняет, оказывает мгновенный подтягивающий эффект, делает кожу гладкой и сияющей, вот. Что могу сказать? Данную маску я наносила на вечер. Маска идет в коробке, она полностью была запечатанная. Сама маска запечатана в такую шайбочку, которая тоже была запечатана. И она идет с удобной, в принципе, лопаточкой, которую очень легко распределять по лицу. Одушка, вот сейчас попытаюсь открыть данную масочку, чтобы ничего здесь не выскочило. Одушка у данной маски, она достаточно специфическая. Не могу сказать, что она мне напоминает, она выглядит как желе, покажу вам ее чуть-чуть поближе. Распределяется она очень легко по лицу. Что могу сказать, после ее распределения есть такое определенное покалывание, пощипывание какое-то, но оно буквально несколько секунд, потом оно проходит. Данную маску нужно наносить, по-моему, на 20 минут я ее наносила. На 20-40 минут, 2-3 раза в неделю ее нужно использовать. Использовала я ее еще только один раз, думаю, что, возможно, сегодня я после вот этой масочки нанесу вот эту увлажняющую, потому что это очень маска от Миша, так скажем, подчищает кожу, и она ее подсушивает, а вот эту, думаю, мне отлично после этой маски нужно будет попробовать. Ну ладно, что могу сказать? После использования данной маски был небольшой... После первого единичного использования данной маски было действительно неплохое увлажнение кожи, но не вау. Я не увидела вот этого какого-то, знаете, супер подтягивания. Я не увидела чего-то такого, знаете, прямо чтобы оно по щелчку все убрало. Неплохая маска, которая не вызвала ничего дискомфортного вот после ее применения. Думаю, как еще чуть-чуть ее попользую, обязательно вам о ней расскажу. Расскажу, наверное, первое, где вы услышите об этой маске, это будет, конечно же, в моем инстаграме skik9970, не забывайте подписываться. Поэтому как-то вот так вот. Но могу сказать, то, что практически вся продукция, которую я себе здесь приобрела, она была на хороших скидках, поэтому я и остановила свой выбор именно на сайте belloris.ru. Не могу не отметить работу менеджеров, как они качественно все упаковывают. Ничего, ни разу, ни одна упаковка у меня не протекла, чтобы я не заказала с этого сайта. Очень быстрая доставка, и вся продукция запечатанная, упакована, мне очень нравится. Так что смело рекомендую вам данный интернет-магазин. У меня он вызывает крайний восторг. Это были все покупки с данного сайта. Если вам нравится такого рода видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой канал, если вы зашли ко мне впервые. А если вы на меня подписаны, но вам по какой-то причине не приходит уведомление, кликайте, конечно же, на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!